Ранее ставка транспортного налога за лошадиную силу в Вологодской области составляла 25 рублей. Она была выше, чем в некоторых других регионах центра северо-запада России. Новая ставка составит 15 рублей за одну лошадиную силу. Все льготы для пенсионеров, которые им положены, будут также сохранены. Поправки будут распространяться также на ветеранов, имеющих легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, сообщает ЗАГС Собрания.